Прошлой ночью беспилотник успешно атаковал Борисоглебский авиационно-ремонтный завод. Около часа ночи жители Борисоглебска проснулись от мощного взрыва. Его причиной стал удар неизвестного дрона по одному из цехов Борисоглебского авиационно-ремонтного завода. Так называемый губернатор Воронежской области уже сообщил, что беспилотник ударил по крыше авиационного завода и добавил, что якобы никакого ущерба нанесено не было. Однако, по всей видимости, он пытается скрыть реальные последствия прилета. Также факт, что дрон успешно пролетел большую часть РФ и не был сбит, говорит еще о том, что российская противовоздушная оборона имеет столько дыр, что ее можно сравнивать со швейцарским сыром. То ли беспилотник, то только просто кто-то это запустил. Андрей, смотри. Вот элеватор. Светится. Огни. Вот смотри на него. Сейчас будет вспышка. Нашел все-таки, Андрей. Плохо видно, конечно. Вот, Андрюш, смотри. Вот элеватор. Огни красные. Смотри, сейчас будет вспышка. Вот вспышка, видел, Андрюш? Вот момент я поймал. Вот вспышка, видел, Андрюш? Вот момент я поймал. Здесь, в Борисоглебске, есть и аэродром, который также может оказаться вкусной, законной военной целью для наших беспилотников. Расположены здесь как самолеты, так и вертолеты. Есть и военно-транспортные самолеты, которые, видимо, выполняют транспортировку запчастей из авиационно-ремонтного завода. Так что не исключено, что взрывы в Борисоглебске могут стать более частыми. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.